Всем привет! Получил сейчас газовую плиту портативную Турист ТМ300. Так как у меня есть большая плита, я взял маленькую поменьше, чтобы специально в поход брать ее удобно было вообще. Хотя и тупому тоже можно в рюкзак положить. Но это вообще маленькая, вон какая. Как видите, вон в сумочке она. Краб, модель краб называется. Вот она тут крабом. Вот так раскладывается. Сюда можно тарелку положить, сковородку, там что-нибудь такое вот. Тут ножки еще вот. 4 ножки есть. 4 ножки вот вставаны. Вот баллон сейчас надо будет с ней. Вот баллон такой еще себе взял. Ставить на нее баллон сейчас. Проверить, как она будет гореть. Сейчас, секундочку, надо ставить нормально, правильно его. Вот пошел газ, язык поджиг, вот горит, как видите. Вот можно вообще большой огонь делать, можно поменьше делать. Раз, отсоединил баллон, сложил ее. И убрал в сумочку, и удобно вообще. Весит она 350 грамм, 365 грамм. Не то, что как-то так, 1,5 килограмма. 1,7 килограмма где-то весит. Это большая вот такая плита, а это маленькая, вообще удобная. Только что нет ветрозащиты у нее. Плохо, но ветрозащиту можно самому даже сделать. Как-то так. Всем спасибо за просмотр, до встречи на канале.